Сандархан. Это игра DC Легенды. Опять. Лисица, аватар царства животных. Лисицу я начал линии справедливости без границ. Также есть мини-сериал. Также есть легенды завтрашнего дня. Ей бабушка, точнее. Лига справедливости. Так, от супермодели до супергероини. Мари Дживи Маккейб использует могущество древнего тотема Танту, чтобы черпать силы из мира животных. Мари Маккейб, дочь раздираемого войнами африканского народа Замбези, еще в детстве стала сиротой ребенка, эмигрированным в Америку. Она смогла добиться известности на поприще супермодели. Но когда Мари получила от наследство древний тотем Танту, подаренный ее семьей, ее семью хитроумным богом Ананси, она поняла, что может получить силы любого животного на земле. Теперь она пользуется своим могуществом, чтобы защищать невинных и купаться в лучах супергероической славы. Так, ну что ж. А, ладно, Бустерхолд. Так, Интернациональная Лига Справедливости. Благодаря украденным технологиям Майкла Картера возвращается в прошлое из 25 века, чтобы стать супергероем по имени Бустер Голд. В 2462 году Майкл Джон Картер, квартербэк университета Готэма, потерял все свое состояние из-за азартных игр. Стал больше кого космического музея, он узнал о супергероях и о том, как они стали настоящими легендами в свое время. Вдохновленный их историей, он украл несколько артефактов из музея и отправился в прошлое, чтобы начать новую карьеру в качестве супергероя, взяв себе имя Бустер. Да, конечно, гениальный план. Раз, альгу. Вроде правильно сказал. Правильно, Лига убийц за свою долгую жизнь раз накопил немало знаний и стал отличным воином и стратегом. Он поклялся уничтожить зло и никому не позволит встать на его пути. Раз родился по всеми забытой арабской пустыне и стал весьма одаренным ребенком. Во время своих путешествий он обнаружил Иоанна Лазаря, магическая вода, из которой восстанавливала жизненные силы и даже могла оживлять мертвых. Это открытие позволило расу прожить несколько веков, накопив несметное богатство, стать превосходным воином и в конечном счете создать любовниц. Он поставил себе целью избавиться от зла в нашем мире, даже если для этого нужно уничтожить все человечество. Ну что ж, бачил его в нескольких мультфильмах, мультсериалах. Даже Бэтмен будущего появился. Так. Вандал Сэвидж. Вандар Адх. Ладно. Тайное общество суперзлодеев. Бессмертный человек из доисторической игры. Он за столетия он накопил огромную власть и баланс своей. И стал одним из самых опасных злодеев истории. Вандал Сэвидж был когда-то пещерным человеком и вождем племени крови. 50 тысяч лет назад он нашел павший с неба метеорит, который наделен невероятной силой, интеллектом и бессмертием. На протяжении веков он был свидетелем того, что развивалось человечество, оружилось и гибли целые королевства. Самых важных событий царь Вандал Сэвидж стал главным действующим лицом. Да. Даже чуть не погубил мир в Лиге Справедливости. Ладно, все.